Добрый день! Я являюсь участником организации «Спорт Интегратив». Последнее время наша жизнь была очень ограничена из-за короны. Поэтому я сделал прививку от коронавируса. Она состоит из двух прививок. Первую прививку делаешь, и через 4-6 недель ты должен повторить ее. Я советую вам всем сделать тоже прививки. То, что пишут в интернете, не обращайте на это внимания. Прививка – это не делает нам чип, это не стерилизует нас. Она помогает, чтобы мы могли быть защищены, защитить свою семью, своих друзей. Чтобы привиться, надо обратиться или к семейному врачу, или в центр по прививкам. Для этого вы должны иметь с собой паспорт или паспорт, который составляет, что вы прививки. Пожалуйста, сделайте прививки, помогите себе и всем окружающим.